Всем привет! Это канал Шейха. Снимаю страйкбольный летсплей от первого лица, разгадываю тайны, шифры, загадки в лиг-квесте, а также участвую в ролевом проекте по миру сталкера. И все это только для вас. Заходите, буду рад новым подписчикам. Первое попадание, один шар, либо очередь, разницы нету. Если раненого донесли до медика, либо два человека, либо на руках, либо на плащ-палатке. Держащийся за руку товарища не считается транспортируемым. Либо медик может подойти к нему и вылечить. Сделал повязку желтого цвета, малярного скотча, вылечил. Вылечить может дважды. После второй повязки третье попадание убит. Уходит на мерчак, снимает повязку, вступает в игру. Это понятно? Простите, орать может? Может, и должен кричать. Если надоело кричать, понял, что не вылечат, встает, уходит в мерчак. Вопрос. Да. Если попал сразу в голову, пострелить. Нет, ранен. Куда? У нас нету распределения. Если мы сейчас еще по головам начнем, у одного голова вот здесь начинается, у второго тут оканчивается. Раненый может себя взорвать гранатой. Да, раненый может взорвать себя гранатой, либо может быть взятым в плен. Кстати, многие отыгрывали. Плен может даже. Нет, взорваться граната. Дальше продолжаем. Коалиция, один замкомандующий остается, остальное ведет на это. Еще одна, до 11:00 в город заходить нельзя. Сейчас готовим. 20 минут 11. Давайте. Через 20 минут, через 40 минут у вас начинается встать. Я знаю, что не я сказал. Повстанцы, услышавшие инструктаж сюда. Следующая партия. Выдвигаемся 89-й квадрат. Там построение коалиции. Вперед! Направо! Пошли! Вот, у тебя 10 человек стоит вот в этом квадрате на мосту. Все, ушли. Что то есть, конечно, они будут отсюда подходить к тебе. Они будут относить нас. Вот тебе вот этот отличный парень. Я знаю этого отличного парня. Мне повязку медика. Где повязка медика? А ты взял их вообще? Да, с Бандерой, да. Америкосы забрали в первом случае повязки. Ну, америкосы будут вести друг друга, как в прошлый раз. Выдвигаемся на наш 89-й квадрат. Зеленку? Всю зеленку, да, с двумя дополнительными группами. Полностью. Группы, которые идут за нами, остаются. Мы продвигаемся в свой 89-й квадрат, где закрепляемся. Если мы встречаем противника, формально они должны сдаваться на плен. Но это не факт, да, что они будут сдаваться. Тут все свои правила почему-то делают. Соответственно, идем аккуратно. Раз. Так тебя к нам, да? А ну-ка, еще раз. Так, да? А что? Ну, дашь стрельнуть? Там, да. Радейка есть? Нету. Я так. Херово, тогда будешь с нами, чтобы радейка была взаимосвязь. Звуками животных. Ну, это нормально. Ну, это зажимаю там нету на вашем канале. Ну, я тебе вечером звонил, то есть не говорит, я тебя не беру сегодня. Джонни! Да уж. В марте подорожникам это круто, блин. Наши делать, блин. Давай этот взорвем, джип. Твоего граника. Я же в группе, меня поставили в группу, я же не мог его от него ходить. Ну я понял, он же тут ездит все время. Услышим, что едет машина, там наша. Нет, понятное дело. Наша. Доходит максимально по длине, выводи вот так вот в группу. Доходим 50-49 квадрат, здесь ныкаемся. Здесь ныкаемся. Если кого-то видим, всех пропускаем, нафиг боевые не ходим. Справа уходи в лес на 20 метров от КП-1, за остановкой. Понял? Да. По границах полигона уходим в 61-й квадрат, да. И ныкаемся. Ставим здесь группу охранения на расстоянии 20-30 метров. Запускаю еще двоих человек в 74-й квадрат для обнаружения вот этой точки подъема. Помнишь? Хорошо. Следующий момент. Выходят на нас. Бой открываем. Если группа 10 человек. В случае обнаружения нас мы вынуждены открывать и тихо-тихо отходить. Но сначала пересчитаем людей. Если будет маленькая группа, можем быстро уничтожить, либо взять плен, уничтожаем, берем плен.
крупными группами в боестолкновения не входим, пропускаем. Ясно. Кейлок, Кейлок, подтягивайся. Идем сейчас в линию. Мы будем вливать. Рич, ты где потерялся? Дальше. Ричман, выйди на связь. Они где-то сосредоточены на одной точке. Но они хотят рвать просто всех. Через одну точку, наверное. Они, скорее всего, будут прорывать через 80-й квадрат. Тихо. Что-то было. Тихо, если 20 метров, блядь. КП-1. Хорошая пробежка. Ну, это так. Твое видео с блоубэком всегда, да? Ага. О, нормально. Они просто угадали в том, что мы пойдем за чистку. Они не угадали, они увидели, что мы издаем. Поэтому, парни. По приводу видел. Где-то видел его. Сейчас, подожди, так, блин, тебе же нужно было передать. Гранатомет. Пока да. Я дал это сам. Я тебе звонил. Внимание, парни. Одна граната, это все. Тогда пойдем потом. Парни, внимание. Да. Внимание. Внимание сюда. Единственный человек, пока мы совещались, сделал правильно. Отойди, пожалуйста. Прикрыл позицию. А, когда это правильно, да. Когда мы собираемся на совещание, круг должен быть не меньше 15 метров. Не меньше 15 метров, каждый занял позицию и заняли круговую оборону. Когда мы выйдем на 61 квадрат, точно так и делаем. Сейчас двойками строимся в колонну, флеш в дозор и веди нас по краю квадрата. Викинги за флешем? Да, викинги за флешем, потом я. За викингами пулемет. Риду, перед тобой пулемет, чтоб шел. Попить сока. Покрутил горло на раз-два. Нелегальная плантация сокодобычи. Сукодобычи. Ого. Часть? Да, если наш город, время. 11.42. Пробуй выйти. У нас связи нет с городом. Ну, давай разворачиваем колонну, идем тогда на город. Просто чистим? Да, уже кого встречаем, разворачиваемся в колонну и чистим сейчас. Если что, потом будем уходить обратно в леса. А у нас нет связи с городом, да? Нет. Группа Турка на точке. Какая ситуация в городе? Прием. Мы вот сейчас вот на этой дороге, вот она. Нет, мы сейчас вот тут на вот этой дороге. Вот, ну, вот это она, ну, да. Это ее начало, вот да. Эта дорога. Идем вдоль этой дороги, вот сюда, 76 квадрат. Понял? Вот так вот вдоль параллельно. 76. Движение справа. Так, где сетка?
Принял! Правый фланг! Три человека принял! Осколочно! Принял, прикрываю! Левый фланг! За мной, давай! Пацаны, броня едет! Отошли под стен! Там слева есть бойцы. Ну, такая сейчас. Я не знаю, как правильно называется. Ну, пороховой заряд. Ну да. Маленький, вышибной. Басмача. Басмачевский, да? Да. Басмач напиши в этом. Понял. На аэрсофте, на милике, да? А в КВК он есть в группе. Понял. Ты снайпер, да? Ну, о, я тоже на дальней дистанции. Вон, ты человек на полтора.
Ага. Этот балкон. Это наше следующее здание. Перелет. Это дорогой. Вон, он там на углу, видишь, блядь? Блядь, на машине лежит завтра. Парни, попробуйте сманеврировать, да. Илья. Вон на углу, блядь. Смотри, прям. Прикрывайте, ребята. Прикройте коня вот. Сейчас, сейчас. Да, смотрят. Давай. Левее, конь, левее. Конь поливают, спрячься, блядь, налево. Джейми, на контрмеру налево влез, иди, пожалуйста. В угол. Прямо. Джейми. Наши там через забор сиганули, слышишь? Аккуратно простреливай. Да ты ползешь, ну блин, капец. Видно. Он вот так вот и даже не будет отвинуть. Он было больно, я. О, все, добил. Добил. И вот тут еще, глянь. Ранен! Убит! Ага. Мне, короче, ось лопнула, пришлось ствол снять. Ага, и он тут напрямую валит, да? Да. Пропустите. А ты... Нужно за лестницу, наверное, пульнуть, или как? У меня не получается дерево. Ага. Было дофига. Ок, 102 штуки было. Нормалёк. А как ты их делаешь? Блин. Вот я то, что говорил, дерево. Дерево, да. Аллах Акбар, Вайсина. Ага, там пулеметчик в окне, осторожно. Где он? Прямо в окне маленьком. В окне маленьком в том здании. В форточке. Да, в той. Ага. Он всех тут на мушке держит, видишь? А, все. Ранен! Ранен? А, медик нужен. Я пойду сгоняю, узнаю, ли есть медик. Давай. У нас там в отряде. Ранен, чуваки! Медик есть? Сейчас ищем медика. Медик, тут шустрик вот здесь лежит на балконе, умирает. Вот не на балконе, а вот здесь за перилой. Но ты здесь не пройдешь, потому что здесь не дают пройти. Тебе нужно выйти туда и обойти здание. Вот. Шустрик! Да. О, здорово! Да. Бля. Бит! Ой, ранен! Медик! Это пулемет, наверное, какой-то 160, он так по ногам понадавал, блин. О, как больно. О, спасибо.
что там? Можно пробежать или нет? Пробежать получится или не очень? Получится, да? Да, но там же арка есть на балконе. Противник съебался куда-то туда дальше. Блин. Так, осторожно, выстрел. Да ладно. Ну типа убил, да. Какое здание? Какое здание? Здание какое по счету? Зеленый. У меня мало патронов. Там же кто-то зашел. Ага. Должен достать. О, тоже, кстати, с гранатомета сейчас. Бой гранатометчика будет. А, недолет. Надо выше брать.
Давай! Бассейн! Прямо! Бассейн! Надо флаг! Бассейн! На углу, на углу. На углу, на углу, на заборе. На заборе, вон, на заборе. Сзади что-то есть.